Температура 38, слабость, недомогание и налеты в области миндалин. По основным признакам эту болезнь можно принять за ангину. Однако вполне возможно, что это дифтерия. Смертельно опасная инфекция передается и воздушно-капельным, и бытовым путем, через посуду и другие предметы обихода. Избежать заболевания поможет вакцина, которая делается раз в 10 лет. Из-за сложной ситуации в стране в начале 90-х делать прививки от дифтерии перестали. Однако сейчас массовая вакцинация возобновилась. Можно в свою поликлинику прийти, и даже надо прийти, и получить эту вакцину. Это профилактика заболеваний, вакцина совершенно бесплатна, и это надо сделать.